Всем привет, меня зовут Иван Самсонов, я трейд-амбассадор компании Bacardi Martini. Мы находимся в баре Rumor, и сегодня мы будем готовить коктейль, который называется «Доктор Манхэттен». На создание этого коктейля меня подтолкнула моя любовь к алкоголю, коктейлям, комиксам. Это было то, что придумано на некий гест, куда меня пригласил мой старый коллега. Я очень долго думал, что же сделать. Решил взять просто старую добрую классику, взять коктейль, который называется «Дайкири», положить его в основу, немножко видоизменить и подать уже непосредственно гостям. На самом деле, в наш информационный век довольно сложно найти какое-то серьезное чтиво. Его приходится читать на выходных, которых не так уж и много. Поэтому я беру комиксы. По комиксам снимаются фильмы. И именно так пришла в голову идея визуализировать не только комиксы, которые можно прочитать, фильмы, которые можно посмотреть, но еще и коктейль, который ты можешь выпить. Собственно, так родилась идея коктейля «Доктор Манхэттен». Мы взяли старую, добрую, переработанную классику, переложили ее на новый лад, приготовили и отдали. Этот коктейль делается на основе дайкири, как я уже и сказал, и состоит из следующих ингредиентов. Это инфьюз рома на мотыльковом горошке белого Бакарди. Это бузинный ликер Сан-Жермен, восхитительный, не просто бузинный. Немножко игристого. Естественно, если мы говорим про ром, нам нужно что? Нам нужны лаймы. Возможно, вы спросите, кто такой доктор Манхэттен. Может быть, даже кто-то уже знает. Этот персонаж графической новеллы «Хранители» был физиком-ядерщиком, который попал в страшную-страшную аварию и превратился в некое богоподобное существо, которое обладало синим ярким светом, безграничной мощью, энергией и который в конце концов сумел, спойлер, предотвратить войну двух сверхдержав в этом фильме. Так как это вариация классического коктейля Дайкири, нам нужен шейкер. Тот самый инфьюз рома. Бузинный ликер, буквально пол порции. Если мы говорим про дайкири, что нам еще нужно? Свежий сочный лайм, все правильно. Все же понятно. Капельку горечи. Как следует все это взбить. И, разумеется, переливаем это все куда? Заранее охлажденный бокал. И добавляем самую малость игристого вина. Коктейль готов. Чего не хватает? Украшения не хватает. Половинка чипса грейпфрута. И сервируем двумя трубочками. Прошу, ваш коктейль готов.